После тревожного сигнала оповещение о возникновении пожара моментально направляется в городской центр управления кризисными ситуациями. Оттуда в образовательное учреждение поступает звонок. И если на обратной стороне трубки монотонные гудки, к месту ЧП высылают пожарную машину. К счастью, сейчас сотрудник службы спасения нажал тревожную кнопку в учебных целях. Инспекторы городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году. На этот раз комиссия с плановой проверкой посетила школу номер 6 в Ленинском районе. Проверка одного здания занимает около часа. Особое внимание уделяется на наличие исправности автоматических кнопок пожарной сигнализации, системы оповещения, а также состояние эвакуационных путей и выходов, также наличие и исправность первичных средств пожаротушения, то есть огнетушителей. В данной школе нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было. Пожарная безопасность, как заверяет нашу съемочную группу руководства школы, дело номер один в работе администрации учреждения. Специальные мероприятия вместе с сотрудниками МЧС здесь проводятся несколько раз в год. Усиленная подготовка идет во время летних каникул. В школе работает постоянно действующая комиссия, которая ежеквартально проверяет эвакуационные выходы, люки, а также подсобные помещения. Систематически проводятся инструктажи по пожарной безопасности с учениками школы и сотрудниками с участием представителей МЧС. В прошлом году школа отметила свой 80-й юбилей. С 1 сентября сюда за знаниями придут 565 учеников. 60 из них сядут за парты впервые. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.